Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если ваш iPhone 7 не видит сим-карту, то самая распространенная неисправность – это выход из строя сим-ридера. То есть он может быть сломан, либо поврежден контакт. Его необходимо просто заменить. Мы вам рассказали, по какой причине iPhone 7 может не видеть сим-карту. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока.